минувшую пятницу улицы нового микрорайона Юго-Западный превратились в большой съемочный павильон. Дело в том, что в Ульяновске начались съемки четырехсерийной мелодрамы «Одна ложь на двоих». В качестве места для съемок город на Волге выбрали благодаря активной работе областной кинокомиссии. В частности, с вот этим вот проектом мы своим творческим отделом обсуждали совершенно другой проект, совершенно не имеющий к этому отношения. И в качестве шутки было сказано, что вот представьте ситуацию, одна девушка там беременная, но скрывает это, а вторая наоборот не беременная и там притворяется беременной. Ха-ха-ха. И потом стали понемножечку развивать эту историю, как бы, и вот написался сериал «Одна ложь на двоих». По сюжету киноленты девушка Варя сделала отличную карьеру в столице, где занимается организацией праздников. Ей поручают провести роскошную свадьбу в ее родном городе. Вернувшись домой, Аня встречает своего бывшего возлюбленного Влада, который успел жениться, но несчастлив в браке. Когда первая любовь вспыхивает с новой силой, Влад решается на развод. Его останавливает беременность жены, готовой на большой обман, лишь бы удержать мужа. Актерский костяк составляют три известных сериальных артиста: Линда Лазарева из Санкт-Петербурга, Антонина Паперная и Анатолий Руденко из Москвы. В некоторых сценах задействованы ульяновские актеры. На съемочной площадке мы увидели актрису нашего драмтеатра Юлию Ильину. Она, как и все актеры, прошла кастинг и пробы. В сериале ей досталась роль мамы с ребенком. Кстати, малыш тоже из Ульяновска, ему всего 4 месяца. У Родиона это первая роль и, надеемся, не последняя. По моему опыту, мы вообще снимаем, когда мелодрамы для канала «Россия», для канала ТВЦ, как правило, в наших сценариях прописываются герои, которые живут не в крупных городах, а где-то в провинции, в глубинке. И обычно мы эту провинцию делаем где-то силами художников в пригородах Москвы и Питера. Ну и, в принципе, такой опыт есть. У нас тоже есть очень красивые места. Но, в общем, то, что, наконец, мы имеем возможность снимать провинцию в провинции и снимать там как бы... Ведь наши зрители – это, собственно говоря, жители всей России. И для жителей Ульяновска мы тоже снимаем кино. И я думаю, что им будет приятно, что они смогут увидеть свой родной город. Съемочный процесс займет около месяца. Сериал покажут на телеканале ТВЦ, с которым плодотворно сотрудничает кинокомпания-организатор. Уже осенью в Ульяновске снимут еще два проекта. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».